Добро пожаловать на наш канал Hot Trends Info. В данном видео я расскажу, как сделать скриншот на ноутбуке Asus TUF Gaming A15. Для этого надо зажать одновременно кнопку Shift, Windows и S и нажать одновременно. Нажмем еще раз. И как можете заметить, тут можно выделить объект, который надо сделать скриншот. И с правого нижнего угла будет написано, что снимок экрана скопирован в буфер обмена и сохранен. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч!